Андрей Борисович Рожков знаком нам по шоу «Уральские пельмени». Помимо этого, он еще хороший актер и сценарист. Популярность к нему пришла еще со времен КВН, где он являлся капитаном своей команды. Особенно хорошо у артиста получалась роль бабушки, благодаря которой его знают почти все. Личная жизнь у артиста тоже складывается прекрасно. Вот уже много лет он женат на Эльвире Рожковой. Познакомились они через общих знакомых. Сначала пара жила в гражданском браке, потом спустя 6 лет молодые люди сыграли свадьбу. У Андрея, как в сказке, трое сыновей – Семен, Петр и Макар. Семья живет не в Москве, а в родном городе Екатеринбурге. Андрей любит свой город и не хочет оттуда переезжать. Свободное время от съемок артист проводит с семьей либо занимается своими хобби. А это футбол, виндсерфинг и многие другие экстремальные виды спорта. Андрей – кандидат в мастера спорта по самбо. Также стоит отметить любовь Андрея Рожкова к своему городу. Он активно участвует в жизни родного Екатеринбурга и часто выступает в различных мероприятиях города. Это определенно вызывает уважение.